первые предметы еще появились с давних времен. Один народ говорил, что такой-то год, такая-то дата. Ой, а другие говорят, нет, такая-то дата, такой-то год. И вот два народа спорили. Когда-то человек не мог запомнить, какой сейчас день. И потом он начал черкать палочки, например, 5 палочек, и потом зачеркивал их. Но у него закончились стены, и он решил завести бумажку. Бумажка, на которой написана дата. Она нужна, чтобы определять, допустим, какой-нибудь важный день. Это такие листы, которые соединенные, вот этой палочкой, и там написаны числа, а еще времена, месяцы и недели. Это там время года показывают, надо подвигать там что-то, чтобы не забыть это. Ты можешь посмотреть в любое время, какое сегодня число, чтобы не путаться. И бывают разные. Бывают отрывные. Бывают такие на подставке, и там проворачивать месяц. А есть еще вечные. Календарь. 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 Календарь.